Друзья, всем привет! Сегодня у меня суп-пюре из чечевицы с овощами. Он очень вкусный, сытный и полезный. Одну среднюю луковицу нарезаем на небольшие кусочки. Лук-порей грамм 40, если есть. Красный сладкий перец. Корень сельдерея я беру половинку и нарезаю на небольшие кубики. Один стакан красной чечевицы, 3 столовые ложки булгура с горкой. Все это хорошо промываем. В кастрюлю наливаем растительное масло. Я использую оливковое. Добавляем репчатый лук, лук-порей и обжариваем на среднем огне несколько минут. Затем добавляем перец и корень сельдерея. Слегка все вместе обжариваем. Всыпаем промытый булгур с чечевицей. Вливаем горячий бульон 1,5 литра или кипяток. Так быстрее приготовится. Я использую куриный бульон. Даем закипеть, убавляем огонь и готовим на маленьком огне до готовности. Через 10-15 минут проверяем. При необходимости добавляем кипяток или бульон. Добавляем черный перец и соль по вкусу. Обычно чечевичный суп готовится 15-20 минут, но с булгуром чуть дольше. Проверяем на вкус и доводим до готовности. Выключаем плиту. Готовый суп измельчаем в пюре при помощи блендера. Если суп кажется слишком густым, то добавьте немного горячего бульона или кипятка до нужной вам консистенции. Еще раз даем закипеть и выключаем плиту. Суп готов, можно подавать на стол. Друзья, напишите в комментариях, как вам такой супчик. Любите ли чечевицу? Суп можно украсить паприкой и зеленью. Обычно чечевичный суп подают с лимоном и сухариками. Такой супчик очень вкусный и полезный. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения. А я с вами не прощаюсь. Увидимся в комментариях.